Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет Наумник Найта и его название The Radiance of a Crusade. Давайте рассмотрим модель нашего Омни. Вот такой рыцарь с молотком. Что хотел бы сказать по поводу данного сета. Это самый первый, самый старый сет на Омник Найта. Но моделька, в принципе, симпатичная. У нас немного меняется оттенок красного. Раньше он был оттенком синего цвета в данном сете. Ну, в игре посмотрим. Также у нас немного видоизмененный молоток. И цвет его другой. А также, ну, сильно заметное изменение — это вот этот шлемок, который у нас меняет иконку нашего персонажа. Данный сет состоит из 5 частей, все они common grade. А цена данного сета составляет около 2 рандомных анкомонок. О том, как выглядит данный сет, я, как обычно, напишу в описании под видео. Давайте посмотрим, как выглядит Омник в игре. Вот такие Омник Найты. Ну, как я говорил, вот давайте сзади посмотрим. У нас немного изменен оттенок красного, но здесь более розовый в стандартном скине. А здесь конкретно такой красный. Вот различные плащики, разные текстуры, и модель самого плаща другая. Здесь прям показано, сюда стреляйте со стрел. Ну вот разные молотки у наших Омник Найтов. Вообще в целом весь скин совершенно другой. Кстати, стандартный молоток мне больше нравится, он какой-то такой. Текстура у него симпатичная. Ну и модель более такая красивая. Давайте рассмотрим модели иконок наших Омник Найтов. Вот в сете шлем такой. Здесь косичка убрана. В стандартном скине есть косичка. Вот. Давайте посмотрим. В сете нету. Ну, кстати, мне шлем больше нравится, чем вот у нас Омник Найт просто с голой головой. Это все, что я хотел сказать по поводу данного сета. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!